Итак, всем доброго времени суток. У нас очередное видео на моем канале. Всех поздравляем подписчиков и зрителей с Рождеством Христовым. Так, и у нас сегодня будет на обзоре вот такая вот кучечка монет копанных, которых я так вот лежали, решил их продать. Итак, сейчас я их посмотрю и вместе с вами посчитаем, посмотрим, какие здесь у нас цвета лежат. Так, начнем. Тут есть и до реформы, и после реформы. Итак, и начнем с первой. Это у нас 3 копейки 46 года, 3 копейки 80-го, где-то мы разложим отдельно, 3 копейки 71-го. Тут у нас какой-то 81 год, 5 копеек. Так, 15.61. Напоминаю, мелочь копана. Так, 1 копейка. 1 копейка какого-то года. Сейчас, секундочку. Какого-то 65-го, походу, года. Так. Сейчас я детали посмотрю. Нет, я ошибаюсь. А, какой-то там год. Не видно, нечитаемое. Так, следующее. Это у нас 3 копейки 83 года. Так, 20 копеек 51. 5 копеек 91. Буквочки посмотрим. Что же 91? 1691 код. Буквочки у нас здесь. А буква М. Буква М. Так, 20 копеек 83 года. 3 копейки 88 года. Так, 15 копеек 83. 15 копеек. Ой, 20 копеек 36. Дальше у нас тут идет 77, 5 копеек, 3 копейки 82, 3 копейки 61, тут, наверное, 20 копеек 83, тут 10 копеек 83, 61, 20 копеек, 83, 5 копеек 80, так, 3 копейки 40, у нас ту реформа отложим отдельно. Так, 20 копеек 36, 5 копеек 49, это у нас сюда мы отдельно, 5 копеек 74, так, 5 копеек 84, 5 90 года, это у меня состояние 61 года, 3 копейки и 3 копейки на 50 третьего года вроде бы. Все третьего вроде бы. Так, 10 копеек у нас 57. Так, 20 копеек 79. 1 копейка 39. Так, и 3 копейки 36. 3 копейки 49. 2 копейки 50. 5 копеек 79. 3 копейки 39, 2 копейки 70, 15 копеек 50, вот 3 копейки 49, 3 копейки 43, 49, так, 3 копейки 43, 3 копейки опять 40, нет, 49 годик, так, 3 копейки 56. Так, 20 копеек 53, 20 копеек 48 года. Так, дальше 57, 2 копейки, а 3 копейки 71, 3 копейки, 15 копеек 55, 3 копейки 80 год. Так, и 3 копейки 70 год тоже. Так, у нас тут 10 копеек 46. 5 копеек 61, 2 копейки 86,
стоит 20 копеек 48. Да, это видно, видно. Копейки 48 года. Так, 2 копейки 73, походу. Не ошибаюсь. Так. Смотрим дальше. 3 копейки 57. 3 копейки 68. 61 15 копеек. Так, 5 копеек 61. 3 копейки 74. Так, 15.78 года. Так, 20 копеек 51. 15 копеек 61. Сюда, так, 1 копейка 39. 3 копейка 80. 5 копеек 88. Так, 10 копеек 83. И у нас осталось 2 последние. 3 копейки 43. И 3 копейки 50. Или 39 или 59? 39, походу. По-моему, 59. Но... по-моему, 39. Ладно. Так, сейчас я нажму на паузу, пересчитаю как бы общее количество здесь. Тогда вам покажу. Итак, после небольшой паузы. Короче, получилось у нас, что здесь у нас ровно 40 монеточек. 40 монеточек, вот 4 паточки по 10 монеточек. После реформы, то есть начиная с 61 года, здесь у нас 3 паточки до реформы. Ну, в основном все монеты, вы же видели, что с 30-х, 39-х, по-моему, того года самое. Меньше, может, если меньше попадается, я так, честно говоря, не смотрел. Сильно все есть на видео, так что смотритесь, подписывайтесь. Буду выставлять их на продажу. Ссылка будет в описании на данный лот. Вот, на каком-то сайте, не знаю, еще посмотрю по интернету. Так что... никакого здесь обмана, все, что видите на видео, все будет отослано вам, кто мне сделает интересное предложение. Итак, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, кто еще нам предложит, как что-то сделать. Вот. До новых встреч на данном канале. Всем пока.